оказался не в том месте, не в то время. Сегодня в половине 12-го в центре города произошло ДТП. На пересечении проспектов Маяковского и Соборного автомобиль «Ситроэн» сбил 50-летнего мужчину. Авария произошла на пешеходном переходе, светофоры не регулировали движение, был включен только желтый сигнал. По словам патрульных, девушка-водитель не пропустила мужчину, в результате совершила наезд на пешехода. Пострадавшего увезли в больницу. Девушка двигалась в крайнем левом ряду. Светофор на момент столкновения с пешеходом, наезда на пешехода, не работал. Девушка заметила пешехода, но уже слишком поздно. Допустила столкновение, наезд на пешехода. Мужчина получил телесные повреждения, был доставлен в 5-ю городскую больницу. Ожидаем следователя, будет возбуждаться уголовное производство.